Конькобежный сезон официально завершили участники марафона в Астане. На дорожках Ледового дворца Алау 20 спортсменов преодолели дистанцию 60 кругов и выявили самого выносливого скорохода. Марафон по традиции завершает сезон у казахстанских конькобежцев. Из всех дисциплин марафонская дистанция близка гонке с масс-старта, которая с 2015 года официально включена в программу чемпионатов мира. Масс-старт – зрелищный вид, где спортсмены зарабатывают очки на трех промежуточных финишах. Чтобы достойно представлять нашу страну на длинных дистанциях, с будущего сезона масс-старт может быть включен в программу Кубков Казахстана. В этом году гонку выиграл Федор Андреев из Североказахстанской области. В первой победе на большой дорожке ему помогли прежние навыки. Трек сократился не как конькобежный, не профессиональный. И это сыграло свою роль. Я более чувствовал лед, чем ребята, потому что сам сезон только начал тренироваться в коньках. И еще немного чувствую шорт-трек в себе. Вот. И это сыграло очень большую роль.